Можно? Я думаю, что останавливать это не надо, это технический прогресс, это совершенно нормальное явление. Просто, ну, я, например, вот внук у меня, ему 3 годика, 3,5 года, он уже, конечно, разбирается в айпадах, в айфонах и смотрит мультики, и там, дай ему волю, он и в интернет сам начнет выходить. Просто, ну, мы с ним ходим в театр, мы с ним ходим в цирк, я его катаю, там, учу кататься на коньках. То есть это, конечно, зависит от взрослых, которые вот рядом с детьми, потому что, конечно, в первую очередь как бы под это влияние попадают дети, но надо все-таки это как-то дозировать, я думаю, и чтобы ребенок рос, понимая, что есть не только виртуальный мир, но и такая вот реальность прекрасная, счастливая, там, книги, театр и спорт. Все зависит от примера, от личного примера, от воспитания только и всего. Поэтому моя рекомендация, просто взрослым показывайте хороший пример. Меньше сами сидите в этих гаджетах, и дети будут брать с вас пример.